Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянемся! Клянемся! Не ради формы, а чтобы быть патриотом и служить Отечеству. Так объяснила свое желание стать юнармейцем Анастасия Шарапановская. Решение, говорит девятиклассница, пришло само собой. Это новая возможность показать, что ты истинный патриот, что ты готов служить своей родине, обучаешься этому. Это очень почетно. На сегодняшний день в Приамурье в рядах юнармейцев более 10 тысяч амурских школьников. Из них 2 тысячи в Благовещенске. Все ученики с 1 по 11 классы. Потому что мне нравится помогать всем. Спасать бабушек, дедушек и маленьких детей. Поздравить молодых юнармейцев пришли и их родители. У Яны Черноус в ряды патриотического движения вступила уже вторая дочь. По словам женщины, она очень гордится своими детьми. Это гордость, это очень приятно, что дети вступили в такое движение. Я считаю, что это правильно, что возрождают такие традиции. Дети должны знать свою родину, они должны любить свою родину, они должны понимать, что такое защищать свою родину, что такое быть патриотом. Я пошла по стопам Кати, моей сестры. Ну, мне кажется, там весело, забавно, строим очень весело ходить. На барабаны буду играть. Теперь этих юных армейцев ждет серьезная работа. Им предстоит научиться строевой, сборке-разборке автомата и другим военным премудростям. Ольга Сысой, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.